Доброй ночи, ребята. Доброй ночи тем, кто еще не спит. Лично я уже собирался, лежал в кровати, листал в телефоне разную ерунду. Зашел в ВКонтакт, а он просто разрывается от количества сообщений. Оказывается, что вчера ночью скончался Джоуи Джордисон. Все вы прекрасно его знаете. Как назло, именно сегодня я снимал свой ролик про Slaughter to Prevail. Именно в майке Slipknot, именно Айова, как раз таки золотые времена группы, когда Джордисон играл со слепами. Первое, о чем я подумал, это, естественно, фейк. Тем более, что раньше про смерть Джордисона неоднократно появлялись новости. В 2014 году, точно помню, еще в каком-то году, когда он из группы уходил и так далее. Ну, я, естественно, начал искать какие-то пруфы. Первым делом, что я нашел, это статью на сайте журнала Rolling Stone. И тут для меня стало понятно, что, Rolling Stone ерунду печатать не будет. Плюс ко всему, у многих начали появляться фотографии с Джордисоном и постами в Инстаграме у разных рок-звезд, у Робозомби, у других всяких разных чуваков. Очень много уже пишут. Сама страница Джордисона просто разрывается от количества комментариев. Семья сообщила, что умер он ночью во сне. Причина пока не сообщается. О ней, скорее всего, мы узнаем попозже. Ну а сейчас я прочитаю пока что единственное официальное сообщение от семьи Джоуи. То, что вот они написали. Мы с глубоким прискорбием сообщаем, что Джоуи Джордисон, выдающийся барабанщик, музыкант и художник, мирно скончался во сне 26 июля 2021 года. Ему было 46 лет. Смерть Джоуи оставила нас с пустыми сердцами и чувством неописуемой скорби. Те, кто знал Джоуи, прекрасно знали его остроумие, мягкий характер, широкую душу и любовь ко всему семейному и музыкальному. Семья Джоуи попросила друзей, поклонников и СМИ с пониманием отнестись к нашей потребности в уединении и покое в это невероятно трудное время. Семья проведет частную похоронную службу и просит СМИ и общественность уважать их пожелания. Ну, сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Для меня Джордисон – это целая эпоха в музыке. Я слушал его в юности, в школе, да и долгое время, да и сейчас переслушиваю старые альбомы, почему я ношу такую футболку. Это не верится, шок просто, я не знаю, мурашки по коже от того, что вот они, кумиры, совсем еще молодые, и так рано уходят от нас. Вот, это в шоке, я... Не знаю, как к этому относиться, не знаю, что еще говорить. Позже, если будет какая-то информация, я каким-то образом вам сообщу. Сейчас же записывают ролик для того, чтобы вы знали, к сожалению, что это не фейк, что так оно и есть, Джоуи больше с нами нет. Даже не представляю. Покойся с миром, кумир моей юности. Пока.